Всем привет, дамы и господа. Не прекращает меня радовать нескончаемый ремонт, ну а я продолжаю радовать себя китайским инструментом. Да, как оказалось, и от общения с китайским инструментом можно испытывать неподдельную радость. Есть у меня вот такой китайский уровень, те, кто смотрит регулярно обзоры на моем канале, его видели. Работает до сих пор, радует. Есть у меня вот такой вот шуруповерт китайский деко, тоже брал на Алиэкспрессе. Не то, что работает, пашет назло всем злопыхателям из обзоров и безумно радует. Нет, это не я, свин. Это просто он вчера нарезал штробы, а сегодня будет резать керамогранит. А танки перед боем, как известно, не моют. Но я надеюсь, будет радовать меня недавнее приобретение. Китайская лазерная рулетка. Коробка. А в коробке, ребята, у нас рулетка. Да, это рулетка, и она действительно такая маленькая. Микро-USB кабель для зарядки. Чувствуете, да, к чему все идет? Темлячок. И инструкция по эксплуатации. В инструкции, к сожалению, только English, Deutsch и Китай. Причем китайская, по-моему, самая подробная и красивая. Почему, ребята, именно эта рулетка, наверное, уже и не надо объяснять. Но все же, люблю я это дело. Во-первых, питается она от встроенного литий-ионного аккумулятора на 200 мАч. Китайцы обещают 2000 измерений от одной зарядки. Ну и учитывая это, можно заряжать эту рулетку с помощью микро-USB кабеля в современных условиях, считай, что чуть ли не от утюга. Даже если в поле вы где-то остались без источника питания, с помощью OTG кабеля можно зарядить ее от обычного смартфона. Во-вторых, компактность, ребята, она реально компактная, я вам даже больше скажу, она нереально миниатюрная. Это всего лишь два спичных коробка по длине, меньше спичного коробка в ширину и один спичный коробок по толщине. Ну и в-третьих, у нее просто потрясающий дизайн и вполне себе хорошее исполнение. Но дизайн и компактность аукнулись довольно-таки существенным для некоторых минусом, который виден с первого взгляда. У рулетки небольшой дисплей, на котором отображаются небольшие показания по размерам, которые будут не очень хорошо читаться при очень ярком освещении. Итак, что может делать рулетка? Ну, ожидаемо измерять расстояние и все, кофе варить она не умеет. Зато расстояние она может измерять в метрах, в футах и в дюймах. Может измерять расстояние как однократно, по однократному нажатию, записывая последние полученные несколько результатов, ну если быть точнее 4, так и непрерывно, для чего надо нажать и удерживать кнопку питания. И рулетка начнет измерять расстояние до любого объекта, на который попадает ее лазер, при этом показывая текущие, минимальные и максимально полученные значения. Может суммировать либо отнимать полученные значения. Причем может делать это бесконечное количество раз и в любой последовательности, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Может измерять расстояние как от своего кончика, так и от основания. Причем делает она это очень и очень точно. Во всяком случае, на таких небольших расстояниях, на которых я могу более или менее точно сообразить, более или менее точный эталон для проверки этой самой точности, эта точность идеальна. Выбор того, откуда производить измерения, от основания либо от кончика, осуществляется через нажатие правой кнопки и показывается соответствующая пиктограмма на дисплее. От основания, от кончика. Ну или, ребята, вот так. Сейчас линейка более или менее перпендикулярно приставлена к более или менее вертикальной поверхности. И на одном метре мы получаем 999 мм. В общем, будем считать рулетку довольно-таки точной. Ко всему вышесказанному, ребята, рулетка имеет еще несколько функций, которые я назвал функциями для ленивых. Но они действительно избавляют от проведения ручных расчетов. Ну и правда, что очень удобный. Дополнительные функции вызываются через левую кнопку на рулетке. И первая функция – это измерение площади. После нажатия на кнопку появляется на
Обратите внимание, действительно информативном и предельно понятном дисплее пиктограмма, которая предлагает нам измерить длину. После измерения длины пиктограмма меняет свой вид, и теперь надо измерить ширину. В результате измерений мы получаем площадь комнаты. Если вам надо измерить площадь сложного объекта, например, без учета выступающего угла, у меня это угол вентиляционной шахты, то мы пользуемся кнопкой плюс-минус. Выбираем в данном случае минус и теперь измеряем площадь шахты. Длина. И ширина. В результате получаем площадь шахты. Еще одним нажатием на кнопку измерения отнимаем площадь шахты от площади комнаты и получаем чистую площадь без учета шахты. Удобно? Удобно. Также с помощью этой рулетки можно легко измерить объем, либо разницу объемов, либо их сумму. Но уже понятное дело, пользуясь тремя значениями. Измерение объема на рулетке идет сразу вслед за измерением площади. И также предельно понятно, что в какой последовательности мерить. Длина, ширина, высота, в итоге получаем объем. А еще рулетка знает теорему Пифагора и, пользуясь этой теоремой, может определять высоту объекта. Сначала измеряем гипотенузу, потом измеряем один катет и получаем длину другого катета, то есть высоту нашего объекта. Кстати, у рулетки есть еще один существенный минус. У нее отсутствует выделенный индикатор заряда. И когда она находится на зарядке, пока ты не включишь дисплей, ты не поймешь, закончилась ли зарядка, либо она еще находится в процессе. Но возвращаясь к теореме Пифагора, измерить высоту объекта с помощью этой рулетки можно не только по двум точкам и одному треугольнику, но и по трем точкам и двум треугольникам. Это на тот случай, если вы зависли где-то посередине объекта. Делать это только надо с одной точки и максимально твердо рукой. Я сейчас уперся в штатив. И делается это следующим образом. Измеряем расстояние до верхней точки объекта, потом примерно до середины и потом до нижней точки объекта. И в итоге измерений мы получаем высоту объекта. Плюс ко всему прочему, с помощью этой рулетки можно измерить высоту объекта, когда вы находитесь в его нижней или верхней точке. Ну, например, измерить высоту оконного проема, который располагается на втором этаже с уровня земли. Для этого твердой рукой с одного и того же места для начала измеряем расстояние до верхней точки проема, потом до нижней точки проема, а потом до стены параллельной земле. И в итоге измерений мы получаем высоту проема. Удобно, удобно, и насчет 40 метров не вранье, работает, правда, на пределе своих возможностей, о чем сигнализируют пиктограммы низкого приема в помещении. А вот на улице можно будет работать только в очень пасмурную погоду. Только тогда нормально читаются показания с экрана, и рулетка стабильно работает на 25-30 метров. В общем, для дома рулетка годится. Ссылка на нее, как обычно, в описании. А на этом все. Всем пока!